Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». Сьогодні будемо говорити про тему, яка не може не хвилювати. Якщо ви раптом опинилися в якійсь кризовій ситуації, якщо у вас труднощі, сьогоднішній наш гість – це Ольга Алєксєєнко, психотерапевт, практикуючий психолог загальноосвітньої школи номер 14 міста Миколаєва, допоможе усім нам щось з цим зробити. І думаю, все буде гаразд. Тож, Олю, розкажіть, будь ласка, що взагалі мається на увазі, коли ми говоримо кризова або складна ситуація? Что имеется на виду? Это психологический стан? Это не только психологический стан, это и физиологический, эмоциональный, интеллектуальный состояние, потому что по некоторым признакам можно определить, находится человек в состоянии стресса, в стрессовом состоянии или нет. То есть вы как психолог можете это узнать, или даже наш телеглядач, который смотрит программу, собі там занотував, все знаю, в тебе труднощі, ти в кризовій ситуації. Да, каждый любой человек может заметить, ну, что как бы происходит с человеком. Вот, например, есть стрессовое состояние, как бы четыре признака. Это физиологический, эмоциональный, интеллектуальный и поведенческий. Угу. Вот физиологические. Если человек находится в стрессовом состоянии, что это значит? Это давление у нас повышается, нарушение сна происходит, да? Потом нарушение стула, тошнота, рвота бывает, нарушение какого-то аппетита, да, вкусовых привычек многих. Еще может быть подергивание, какое-то мышечное дрожание. Вот если человек видит вот такие, наблюдает за другим физиологические как бы составляющие, но это не только это, эмоциональные составляющие входят сюда. Это повышенная раздражительность, гневливость, там, например, тревожность, подозрительность, нарушение какого-то эмоционального поля в человеке. Тоже нужно следует обратить на это внимание. Потом, интеллектуальные нарушения. Это тогда, когда происходят какие-то, допускаются ошибки, какие-то интеллектуальные, например, да, нарушено сосредоточение, грамматические ошибки, математические, снижение внимания происходит у человека. Еще наблюдается, это четвертая группа, то поведенческие. Человек становится суетливым, каким-то у него получается конфликтность, он идет на какие-то противостояния, вспышки гнева у него происходят, семейные проблемы. И если наблюдаются вот эти признаки, да, каждый человек может задумать, ну, у каждого у нас есть, да, состояние, да. Но если есть какие-то проявления, вот тех треба групп... Треба что-то с этим делать. Да. В первую очередь для себя, чтобы было более комфортнее, власне, тебе жить. Правильно, да, нужно. Нужно с этим что-то делать. Но если это какие-то носит непостоянный характер, да, и мы знаем, почему это происходит, то мы можем с этим работать, да. А если вот человек находится в каким-то вот стрессовом таком состоянии, обладает этими многими признаками и не знает, откуда растут ноги, то он не знает, как с этим бороться, да. Вот давайте, например, проведем маленький эксперимент с вами. Давайте, шановні телеглядачі, зараз переді мною велика кількість різних карток. Спеціальних карток, да. Які зображують різні емоції. Емоції, чувства, переживання. Да? І от я попрошу вас, Яна, вспомнить какое-то травмирующее событие и выбрать одну или несколько карточек, которые соответствовали вашим тогда переживаниям. Тобто взагалі з мого життя. Да, з вашей жизни. Так, зараз я буду намагатися. Мені потрібно буде озвучувати, травмуючи, чи емоції повинні бути якісь негативні чи позитивні? Ні, коли у вас була, наприклад, якась травмічна ситуація була, трагічна, да? І які ви спотивали при цьому емоції? Или чувства? Соответствие карточку вибрати. Позитив і негатив, тобто... Не має значення. Не має значення. Нет. Ну, добре, зараз я спробую... знайти щось, що це так. Ну, напевно, я згадаю ту ситуацію, коли я приїхала щойно до Миколаєва, і я взагалі не знала нікого. Да, це стресове состояние. Ну, наприклад, це десь ось таке щось було схоже. Ось так. Зовсім
одна, я себе відчувала зовсім в незнайомому місці. Потім, звичайно, в мене з'явилось багато знайомих, друзів, але все Хорошо, ж таки. Ви можете описати цю картинку? Людина стоїть і дивиться на себе своє біля вікна, наскільки я зрозуміла, і дивиться, ну, не стільки на своє відображення, скільки погляд в нікуди, тому що обличчя трішки опущене, але все ж таки один на один з собою, щось таке. Тобто чоловік залишився сам з собою наедине, да? Йому нікому, нікого допомогти. Да? Скажіть, будь ласка, хорошо, давайте відкладемо цю карточку і виберемо... Просто ми не і виберемо ту карточку, которая, ну, в данный момент вам помогла справиться? Какие эмоции, какие чувства вы пережили? Ось я сразу, одразу її побачила. Я познайомилась з великою кількістю чудових, надзвичайних людей. Миколаїв – прекрасне місто, і десь ось так я себе зараз відчуваю. На роботі прекрасні люди, поруч чудові колеги, тобто десь так. Тобто, а пишіть цю карточку, що вона у вас визнає? В центрі жінка, дівчина з якимось іграшкою, медведиком, і її цілують з обох боків інші люди. Які чувства ви при цьому відчуваєте? Позитив, задоволення життя. Тобто, це ваш ресурс, який допомог вам справитися з тими критичними, да, з критичними ситуаціями, коли ви знаходились в стресовій ситуації, коли ви тільки приїхали в Миколаїв, коли ви були одні, і тому вам це допомогло. Це такий був маленький експеримент у нас. Сьогодні експерименти наді мною. Какие же бывают, вот, например, источники страданий, да? Почему человек попадает в какие-то трагические события? Ну, первое, это можно назвать экспозиция смерти, да? Когда, как бы что ни происходило, при трагических событиях мы всегда что-то теряем, будто физическое, физиологическое или душевные какие-то составляющие. Мы тоже эмоциональные связки. Да, да, мы что-то теряем. Дальше, внезапность. То есть, чем внезапнее событие, тем оно более травматично. Если мы как-то, нас подготавливают, там объявляют что-то штормовое предупреждение или бури какие-то, да, мы как-то можем подготовиться, оно будет более-менее травматически, это событие. Але бывают такие ситуации, когда что-то тебе трапляется, ну так раптово, хоп, и ты... дуже швидко на це реагуєш, і тобі навіть кажуть, немає часу на те, щоб там сидіти. Вот это тоже составляющая травмирующее событие – внезапность. То есть мы не знаем, что произойдет. Потом, отсутствие похожего опыта. У нас стрессовые ситуации бывают не каждый день, и мы не знаем, как себя вести, да? Дальше, длительность трагического опыта, травматического опыта. Что это значит? Это получается, вот событие происходит несколько секунд. Там, например, пожар или взрыв, или что-то еще, да. А длится оно, переживание очень долгие, и поэтому очень многие застревают в этом. Не контролируя события. То есть мы не можем контролировать события. То есть нельзя сказать, в одних ситуациях у нас растерянность наступает, некоторые упадают в ступор, это вполне естественно. Это зависит, напевно, психологического стану людей, особливости каждой людины. Мы не можем контролировать это состояние, потому что мы не знаем, как мы поведем себя в той или иной стрессовой ситуации. Потом дестабилизация жизни происходит у нас, когда мы в критических ситуациях или каких-то стрессовых. Получается, что у нас происходит разрушение какой-то вот нашей привычной жизни. Потом моральная неопределенность, да? Мы не можем сказать, как мы поведем себя в той или иной конкретной ситуации. Что будет происходить? Правильно мы поступили или неправильно? Всегда останутся отголоски, последствия. Мы бы могли так поступить, мы бы могли так сделать. Но мы не знаем, как себя поведем. Как примем на себя ответственность, кого спасать, кого не спасать, кому оказывать помощь, кому не оказывать помощь. И поведение во время тоже вот события. Многие себя, знаете, бывает, случилось что-то, а я бы могла сделать так-то и так-то. Ну, не сделали. Ну, все, произошло это событие. Треба запитати, зробити висновки. Да. Все ж таки, позитив є в тому, що це досвід. А досвід – це надзвичайно важливо насправді.
Конечно, это жизненное вот как бы обстоятельство, которые, на основе которых мы взрослеем. Приобретая опыт, перерабатывая опыт, человек растет и духовно, и психологически, и физиологически. Да? Как же вот можно справляться? Так, врешті да, розібралися вже з тим, звідки ростуть ноги, звідки все з'являється. Але як, наприклад, от кризова ситуація, погано людині, не знає, що робити, що це, або це залежить, от вихід з цього залежить від того, яка саме кризова ситуація. Чи є якийсь універсальний рецепт? Є вот універсальний, як пережити травму, да, якщо случилась травма. Що потрібно зробити вот самому собі? Позвольте собі страдати. Як? Насправді треба це да, сісти? Так, позвольте собі страдати. Тому що, як би там ні було, пережитая боль, утрата, сльози льються или не льються, позвольте себе пострадать. Но покажет же навпаки, що треба візьми себе в руки, ти сильний чи ти сильна. Понимаете, дело в том, что переживать – это нормально. А когда мы через силу действуем, то что происходит? Сопротивление организма происходит. Если мы хотим поплакать, ну давайте мы поплачем. То есть стримувати сльози не варто? Нет, не варто. Дальше. Позвольте себе себя любить, то есть заботиться о себе. Мы знаем, как мамы, что мы любим своих детей просто так. И позвольте себе любить просто так, вот себя, вот как бы ни сложилась ситуация, я люблю себя, я забочусь о себе. И тогда ваше тело и ваши эмоции дадут вам положительные какие-то результаты. То есть они откликнутся вам, да? И не спешите изменять жизнь. Вот не раз мы слышим, вот в стрессовых ситуациях все, меняю жизнь кардинально, да, все, чтобы не произошло. Не надо, это плохой советчик. Особенно, когда вот человек находится в каких-то кризисных, вот таких вот стрессовых ситуациях. Потому что наш мозг не воспринимает вот вокруг действительность, получается. Трішки її не так бачить, як треба. Да. І які ж конкретні дії потрібно предприняти, щоб вот это сделать, да, вот эти шаги? Что для этого нужно? Как бы нам, первое, как бы нам не хотелось уединиться, уйти откуда, постараемся не обрывать связи с людьми. Все-таки идти на контакт, все-таки разговаривать с людьми. Тобто ця порада, що якщо тобі погано, треба зібрати подружок, випити чаю, кофе, да, все, пожалуйста, собирай подружек, знакомых, родителей, кого угодно, случайных попутчиков. Тоже можно заговорить и прекрасно можем выговориться, да, потому что наша вот эта ситуация, когда мы выговариваемся, мы видим это как бы с другой стороны. Не просто наши переживания, а с другой стороны мы видим эту ситуацию, что произошла с нами трагическая. Дальше. Встречаться с теми, кто тоже пережил какую-то стрессовую ситуацию. Тобто поделиться досвідом? Да, вот существуют специальные психологические группы, вот особенно за границей, это называется дебрифинг, да, когда в группе обговаривается какая-то стрессовая ситуация. Ну, или мы знаем очень часто анонимные алкоголики, да, наркоманы бывшие, там, ну, они собираются вместе и обговаривают эту ситуацию. Тобто людина, яка зіткнулася з проблемою, вона бачить, що вона не одна з такою да, проблемою. Да. І бачить, що якщо, особливо якщо бачить людей, які подолали цю проблему, не все добре, то бачить, що є шлях, що все взагалі-то буде добре. Звісно, можна його, так. Да. І найголовніше не зациклюватися тут на цій проблемі, тому що ми можемо загнати себе ще більше в одиночество, а говорити о чувствах, о переживаннях. Чому я вас спрашивала, коли ви показували карточку, що ви бачили, що ви при цьому чувствовали? Тобто не вашу конкретну ситуацію, ви назвали, що ви там приїхали одна в Ніколаїв, все. Да, эта ситуация прошла, но при этом остаются переживания. Знаете, как бывает с людьми, когда мы постоянно что-то повторяем, одну и ту же ситуацию, прокручиваем ее, рассказываем, люди что начинают? Нервничать, как-то косо смотреть на нас, да, что она постоянно прокручивает эту ситуацию. То есть мы забываем про ход действия, а говорим о своих чувствах, о своем опыте.
то, как мы справились с этой ситуацией. Да? Дайте нам возможность выговориться. Еще очень хорошо, если вот люди верующие есть, да, вот в их там, церкви, там, религии могут поддержать. Никогда не нужно бросать этих, ну, свою там, религию там, и уходить куда-то в одиночество, потому что эти люди могут, как бы ни странно, понять, они понимают не только ситуацию, но и понимают душу человека. Угу. Ну, если они находятся вот в какой-то своей структуре. Если бывает, мы хотим убежать от напоминания о случившемся. То есть, но нам нужно говорить. И, как я говорила уже, говорить о переживаниях этой ситуации травмирующей. Тобто, чи потрібно, от мене запитання одразу, чи потрібно предмети якось зі своєї кімнати знищувати, кудись переставляти, які нагадують нам про це? Чи навпаки, треба жити як є, просто сприймати їх, що це було добре, взагалі щось позитивне повинно бути. Звісно, воно як би там не случалось, да, як би це кощунственно не сказалось, це дійсно якийсь опит, положительний или отрицательный, но все равно он для нас очень важен. Угу. И поэтому я раньше говорила, да, в передаче, что мы не надо менять жизнь кардинально, не надо все выбрасывать. Пусть пройдет ситуация, пусть пройдет время. И вы посмотрите на эту вещь, а нужна она вам или нет. То есть, а может, уже со временем эта вещь у вас, ну, вызовет, может, какие-то, ну, другие воспоминания. Ну, нельзя так спешить и огульно просто выбрасывать что-то. Потерпите, подождите, да? Ничего страшного, ну, как бы в этом, в своих переживаниях вы имеете право. Но если уже точно хочется что-то выбросить, да, ну выбросьте, если вам даст это разрядку. Нельзя сказать вот 100% так, 100% так. Угу. Нет, нельзя. Треба відчувати, що тобі, як тобі буде краще, так? Да. Я зрозуміла. Угу. Если вот смотрите, бывают люди, которые переживают, следующие вот шаги, которые можно предпринимать, бывают люди, которые переживают так сильно свои эмоции, что истязают свое тело. Ну, это там отказ от еды, постоянное лежание, да, впадание в ступор, да. А мы прекрасно знаем, что тело – это же мы сами, то есть оно не машина, да, его нельзя поремонтировать, как бы, да, чтобы сделать, ему нужно давать работать. Мы знаем примеры, что очень часто, как бы человек болел, не болел, его заставляют идти работать, да, нужно подвигаться, встать, сделать там зарядку, пройтись. Очень хорошо помогают животные, которые, угу, хочешь не хочешь, а иди выгуливай собаку или убери за котом. То есть тело начинает работать, тело начинает двигаться и дает импульс мозгу, что нужно что-то менять. Не хочется кушать? Дайте телу горячий чай. Пожалуйста. И тоже тело получит заряд энергии. Тело реагирует на болезни, заболевания, на вирусы. Пожалуйста, кормите его витаминами. Это доступно каждому. Треба про своє тіло, треба все ж таки піклуватися, в якій б кризовій ситуації ви не відбулися. Цим самим даєш тіло, дає імпульс мозку, що життя все ж таки продовжується. Да, життя продовжується і жити потрібно далі, як би там не було. Теперь, если вот поговорить, это мы говорили, как мы можем себе помочь. А если допомога потрібна близькій людині, там, подрузі, колезі? Смотри, как мы можем помочь другим человекам, да? Вот смотрите, вот какие были у вас опыт какой вот, когда приходилось помогать кому-то? Кожен день. Кожен день я роблю, що допомагаю. Ну, це в якомусь психологічному плані чи фізичному? Ні, просто в фізичному, емоціональному плані. Я не говорю о психологічному, ми говоримо просто о людях, які вот живуть... Ну, по роботі допомогти, якусь роботу зробити, там, якщо людина захворіла, там, провести той же ефір, чи щось допомогти там, з відеоматеріалами. Хорошо. А теперь смотрите, очень важно в этой ситуации, если это такая обыденная, да, работа, там что-то коллеге помочь, а если человек попал в какую-то, ну, трагическую ситуацию, да, что происходит здесь? Что в основном люди делают? То есть люди проявляют сверхзаботу или сверхморализацию, то есть сверх, вот, понимаете, рационализацию. То есть забота. Они решают принять за человека
его все обязательства, заботиться о нем как о ребенке, вот такое вот бывает, да? Или морализация. Я же тебе говорила, что такое случится, я же так тебе предупреждала, вот, или я предупреждал. Бывает такое, да? Очень часто происходит. Что нужно при этом делать? Что бы ни произошло, принять человека таким, какой он есть. То есть с его недостатками, с его случившейся ситуацией, вот он есть, все, что произошло, принять его таким. Дальше, поощрять человека, говорить о его чувствах и переживаниях. То есть, бывает, да, хочется вот высказаться, а наталкиваешься на стену. Вот не понимают себя. То есть если вы решили стать помощником этому человеку в его какой-то кризисной, стрессовой ситуации, пожалуйста, просто выслушайте. Иногда человек не хочет, чтобы его выслушивали, а просто посидели рядом. Угу. Так, такие ситуации действительно бывают. Мы можем взять и посидеть рядом. Взять руку или положить руку на плечо, то приобнять. Поговорити про щось зовсім інше, проте людина буде все ж таки відчувати, що хтось що її ми, он, мы ему нужны, и он нам нужен. То есть мы его воспринимаем как личностное целое этого человека. Потом, и нужно обязательно помнить, что вот стрессовые какие-то реакции, там, плач, крик, гнев – это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Что бы человек ни делал, это действительно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Что бы ни происходило, да, очень часто происходят у нас в жизни трагические события. И мы еще раз повторяю, что не знаем, как себя поведем при этом. И я вас недаром спросила, Яна, в начале еще передачи, что как вы справились в этой ситуации? Какая картинка? То есть мы спрашиваем человека о том, как он хочет бороться со своей трагической ситуацией или стрессовой, как он борется, или как он поборол эту ситуацию. То есть мы его ценим как опыт, как личность, еще раз. То есть мы понимаем человека, что он может сделать что-то с этой своей ситуацией. То есть он еще раз почувствует, что он ценен для нас. Угу. Еще не оставляйте никаких, не составляйте, то есть, своих планов помощи. Вот надо быть здесь и сейчас. Нельзя говорить, а я тебе помогу, потом, сейчас некогда. Человек хочет высказаться, выслушайте его. Как бы особенно это касается родных, близких, друзей. Вот, да? Очень хорошо помогают попутчики в поезде. Це вже така класична ситуація. Да. А действительно допомагає. Коли ти не знаєш чоловіка, то можна виговоритися, да. І ще саме, що цікаво, що допомагає другим, ви допомагаєте собі. Как бы происходит ответная реакция. И происходит та реакция, когда мы боремся со своими страхами. Как бы ни было, да, жизнь, мы знаем, что если трагическая ситуация сложилась с другим человеком, мы все равно переживаем. То есть и у нас появляются страхи, да, наше какое-то тайное лицо появляется, мы боимся чего-то. Ой, авария, ой, самолет разбился, ой, там-то, ой-то. Все, мы боимся. Но когда мы помогаем другим, мы понимаем, что мы боремся тоже со своими страхами. То есть этот человек тоже помогает нам, да. И если у нас бывают еще такие ситуации, когда мы выслушиваем человека, и как бы его страх переходит на нас, то есть проецируется, да, его эмоциональное состояние, и мы вступаем в взаимосвязь в эту очень близкую с этим человеком, и невозможно разорвать эмоционально, да, мы пропитываемся прямо этим, и это тоже нас захлестывает, поэтому о своих эмоциях и переживаниях, конечно, помня о личностном, что нельзя там говорить, да, мы можем тоже рассказывать своим друзьям или родственникам, вот что мы чувствуем при этом, да, как бы тоже, чтобы не застрять в той трагической эмоции, мы должны тоже высказывать свои мысли, свои переживания. Ось, наприклад, у мене була ситуація, коли одна моя знайома допомагала дітям, які були онкохворі. Її, тобто, ну, фактично це надзвичайно важко, тому що дітки всіх шкоди надзвичайно, там, зі сльозами на очах, і ти допомагаєш дитині, і знаєш, що там ця дитина, на жаль, ну, вже все. І їй було надзвичайно важко. Тобто, вона приходила з цієї волонтерської роботи, зустрічалися, і вони просто опускалися руки. Все ж таки, в якихось розмовах, чомусь позитивно, треба ж нести дітям не
важкість, Не а важкість, якусь да, позитив, легкість. да, радость, поддерживать. Пусть, да, онкобольные дети, это очень тяжело, особенно дети, да, какой бы человек ни был, заболевание очень тяжело, но пусть он этот день проживет с радостью, пусть он проживет неделю, месяц, может, мы этой радостью продлеваем ему жизнь. Понимаете, и очень хорошо, когда волонтеры работают вот с такими детьми, да, они все-таки дарят надежду им. И хорошо, они, дети, понимают, если что-то происходит трагическое, что все-таки это произошло с какой-то надеждой. А волонтерам, в свою очередь, тоже Також нужно. потрібна допомога. Нужна помощь, чтобы это прорабатывать, разговаривать о своих чувствах. И очень хорошо, если этот человек просто говорит о своих чувствах. Да, ему тяжело, но он расскажет вам, ему станет легче, и он пойдет с открытой душой к этим детям. Оля, величезне спасибі за таку цікаву і корисну інформацію, яку ви сьогодні надали. Думаю, що щиро сподіваюся, що наші телеглядачі її використають. Якщо у вас в житті будуть траплятися, а на жаль, вони все ж таки будуть траплятися, і в вашому, і в моєму житті кризові складні ситуації, то ми вже знаємо, що з цим всім робити. Бажаю вам поменше кризових ситуацій, поменше труднощів, лише позитиву. На все добре.